Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Бабкин, мы продолжаем проходить вора на высокой сложности. Так, и мы опять в своем убежище. Это нам не нужно. Здесь можно хранить особо приглянувшиеся находки. Сейчас тут только пыль. Угу. Как долго меня не было. Смотрите, что тут добавилось. Колечко, да? Я так понял, кстати, можно будет воровать, наверное, картины. Потому что, смотрите, видите, пустые рамки, скорее всего, это так. Ну и давайте наверх поднимемся. Еще и клювом подснуло. Иди в черный переулок, а дальше я не успел, там буквально на секунду. Ну да, идите в черный переулок. Кстати, можно вернуться, наверное, к Басо и взять еще дополнительное задание, потому что, помните, нам говорили, что можно взять после каждой главы, там можно взять дополнительное задание. Наверное, сейчас сходим, также можно королеве этой подойти, прокачать какие-то умения, все-таки мы же там наколедовали хоть что-то. Также, так как я не использую там особо концентрацию, можно, допустим, продать маг. Внимание, чернорукие! С этого дня любой гражданин, пойманный на воровстве... В городе ничто не переходит из рук в руки без ведома Басса. Он говорит, что у него дар. С высоты своего опыта вынужден согласиться. Так, хорошо, давайте откроем нашу карту. Так, а что за цели? Угу. Так, вот наша карта. Лавка. Так, а можно как-то? Нет. Никогда. Подождите, как-то вот. Видимо, нельзя ничего сделать. Придется, то есть, самому, да, искать, если можно так выразиться. Так, и тут спуститься. Что-то чересчур меня покоцало. Интересно, как-то... А, я вижу. Кстати, вот посмотрим, восстанавливается здоровье или нет. Что-то мне кажется, я вообще не туда иду.
Так, у нас что-то тут блестело. Надеюсь, это не мрак. А, то есть вообще под... А, нет, можно немножко под стеночкой идти. Не, ну конечно тупо. Ну то есть нельзя метку поставить и к ней идти, да? Что за бред? Ну тупо же, нет? Как вы считаете? Придется по памяти идти. Можешь отправить их в бурю? Может, моча, которую там подают, смоет вкус банана? Да что такое? Угу. Так, тут у нас басо. Где он храпит-то? Если ты покупаешь, я продаю. Я упустил кровь стража. Предупреждал, что наших родных... Так, новая газета «Измена». Я не понимаю, где Бассо. По малой нужде. И тут я случайно уронил брошку в канализацию. Это ты в параше спишь? А ты не думал вступить в страну? И что это будет за жизнь? Их ведь не пускают в бурю. Два слова. Халявные на них. Хочешь пополнить запасы? Давай. Допустим. Надо было больше мака взять с собой и попродавать сейчас. Кусачки. Смотрите, вот уже продается бритва. Ну или просто скальпель, да, с помощью которого можно вырезать картины из рам. То есть я не ошибался, и можно будет украсть. И также какие-то кусачки. Для ловушек и отключения сигнализации. Ну, я думаю, стоит их купить, потому что
Ну, мы можем пойти на дело, а нам что-то пригодится. Но мне не хватает, мне нужно 950. Так, нужно полтинник еще найти. Здесь всегда открыто. Я вот не понимаю, почему Бассо нет на месте. Может, сначала нужно выполнить это задание, чтобы получить следующее. А не просто набирать какие-то дополнительные задания. Скорее всего, так. Тогда давайте, знаете, что сделаем? Что-то забыл? Так, стрелы, в принципе, я вообще ими не использую. Не пользуюсь, поэтому давайте что-то продадим. Вот огненная стрела 10. Ну, тупую стрелу вообще нет смысла продавать. Еда пускай будет. Ой-ой-ой, на одну переборщил. Ну вот как-то так. Для тебя здесь всегда открыто. Так, ну раз такое дело, давайте просто... Вот так вот сделаем. Посмотрим, что из этого выйдет. Денег у нас на улучшение скиллов нет, поэтому просто давайте на дополнительное задание пойдем и все. Говорил с тобой? Да. Разбудил меня, потому что я отключился намертво в храме. Так что он сказал? Сама королева попрошаек слушала мои розыски. То есть мы еще слышим диалог оттуда. А когда поблизи какой-то страж говорит, диалог куда-то пропадает. Непонятно. Это мы уже видели. Сэр, мы грузим трупы с самого рассвета. Что за херня? Закончить поскорее. На телеге я уже накатался. Найду другой путь. Вот, чё происходит? Окей. Я так понял, это в этой локации, что ли? Цель. Очень тупо, что опять болты накрутили или что? Я не могу понять. Новая карта? Да я тут был, блин, в прошлых сериях. О чем вообще речь? Она что, думает, что я переигрываю или что? Что вообще с игрой происходит?
Так, какое задание у меня? О, боже мой, проникнуть на завод? Нет. Там должен быть предмет. То есть переиграть задание? Что за... Что за бредятина? Отдельная локация под главу? Смотрите. Ну вот мне вот интересно, я только что зашел туда и как бы выполнил ту главу. То есть главу типа можно переиграть? Какой смысл? Я не понимаю. Я думал, ну блин, глава это какой-то кусок просто города, но... Кусок города там, где мы просто выполнили задание, и все, и потом мы можем по тому куску города просто ходить гулять, если нам нужно. Но почему-то там все пораспавнилось, те же, я не знаю, ложки, вилки. Что это такое? Что за бред? Немножко это как-то тупо, просто. Может быть, для кого-то плюс переиграть определенную главу, но... Я этого не понимаю. Что-то здоровье не регенится, поэтому давайте. А, оно автоматом используется. Я надеюсь, меня не заметят. Еще одна там доска. Это я возьму. Так, ну мы тут были. Интересно, какое оно задание у меня сейчас? Да, все правильно. Нужно обойти, то есть туда, по идее. Так, ну там стражи, через верх, я так понял, нельзя пройти. Сейчас бы не помешал.
Один, второй. Так, что там такое? Что с игрой происходит? Только что горец шел именно, стрейфил в одну сторону, в левую. И я не мог изменить направление. Давайте посмотрим, что тут. Так, вон туда куда-то можно перейти. Какую-то локацию. Ну, мне по идее сюда. Вчера в Блэк Фэрроу. Говори уже, гадать не собираюсь. Я же пришла за этим психом озаренным Джейкобом. Он поди сопротивлялся. Можно ли так сказать? Против Джейкоба было трое стражников. Двоих положил и сломал им кости, прежде чем убежать. Вот дает. С этими озаренными шутки плохи. Давайте посмотрим, что тут. Маг. Браслетик. Эти обелиски стоят по всему. Документик. Заманить и развести один. И все, что ли? Похоже, какой-то арт, но это не арт, скорее всего. Интересно, если я буду снимать, и они будут смотреть, что-то произойдет или нет? Интересно. Злой Борис убил женщину. Так, у нас тут квартирка. Посмотрим. Да. Мрак повсюду. Конечно, это... Интересно, вот что-то будет сейчас? Я взламываю, как бы прохожие ходят.
Так, кстати, это все лишнее дело, но... Как я ранее уже говорил, я буду везде ходить, скрывать, искать что-то. Там ничего. Я совсем замерз. Интересно. Что-то какая-то ловушка или что? Мак непонятно растет. Нет, мы можем вырезать отличную картину. Это я возьму. Попахивает зоофилией, ну, что поделать. Вот видите, то есть не зря зашли. И таких мест, ну, наверное, ну, очень много. Интересно, там наверху что-то есть? То есть, я так понял, вот такой вот определенный подуровень. Это, допустим, кусок города или просто... Типа как бы уровень задания, знаете, вы, то есть идете в эту локацию и все, тут начинается задание. Типа вот такой, наверное, какой-то смысл. Это очень непривычно. Мы, пожалуй, сейчас, наверное, закончим серию, и в следующей серии конкретно там уже будем проникать в банки и тому подобное. Поэтому спасибо за просмотр, с вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии и не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.